Всем привет! Очередная посылка из Китая пришла сегодня из AliExpress. Ну и в связи с этим хотелось бы вскрыть и примерить ее сразу же. Здесь я заказывал на 22 миллиметра на часы себе ремешок. В общем, сейчас примерим и посмотрим. Ремешок силиконовый, стандартный, черный, тактильный, с вот такой вот пуговицей внутри, таким маленьким пиптиком снаружи, с быстросъемником. И он должен быть на 22 миллиметра. Так ли это, узнать очень легко. Достаточно скинуть стандартный ремешок. Ну и, собственно говоря, после того, как скинем стандартный, можно поставить этот. Да, он на 22, все как положено, как в описании, идеально подходит. На часы 47 миллиметров GTR. Его преимущество в том, что хлястик прячется, и он не будет цепляться за одежду. Но поскольку они силиконовые, собирать будет весь мусор. Так что периодически его придется все-таки чистить. Так, все легко устанавливается. Ну, тактильно тянуться не тянется, тактильно выглядит нормально все это дело. Осталось только лишь примерить. Как это будет выглядеть на руке. Подойдет даже на самое большое запястье. У меня такой ремешок был, только кожаный. Ну, сидят нормально, удобно. Ничего не мешает. Наверное, надо перестегнуть немножко поплотнее его. Вот и все. Все в элементе прячется. То, что в принципе и ожидалось от него. Вот так это все выглядит на руке. Силикон не вонючий, нормально все. Так что ссылка будет в описании, цена там вообще плевая. Заказывайте и пользуйтесь.